Тут, видимо, что-то связанное с Отечественной войной. Памятник Александр Степанович, как мой дед Терлецкий. Тоже никогда не видела. И вот тут вон видна точка вдалеке справа. Это церковь Хоровская. А это какой-то новодел строят. Сейчас покажу море. Тут такое красивое дерево. Смотровая площадка на море. Ох. Тут даже спуститься можно. Видимо. Так я и спущусь по этой тропинке.